я приглашаю вас в эфир, и как давно я обещала, расскажу вам про материалы. Сегодня масса информации о бумаге. Если вы начинающий художник и ищете для себя подходящий материал, то этот эфир для вас. А если вы рисуете уже давно и давно занимаетесь акварелью, вам тоже будет интересно узнать о том, о новинках на маркете, что сейчас есть для художников, которые рисуют на бумаге. Всем привет, девчонки, привет! Я обязательно сохраню этот эфир и выложу и на YouTube, и в Telegram-канал, потому что эти вопросы прилетают очень часто. И давно я вам не рассказывала о всяческих новинках. Сегодня говорили на эфир, я надеюсь, что минут за 30-40 я успею. Я делала себе даже заметки, потому что каждый раз что-то забываю сказать, поэтому сейчас все записала, чтобы ничего не забыть. Но если у вас есть вопросы... Привет, привет, я вам всем рада. Если у вас есть вопросы, я чуть-чуть подожду, что вы пособираетесь тут. Обязательно их задавайте. И пишите их в Telegram-канал, буду отвечать по мере поступления ваших вопросов. Начнем с того, на какой бумаге вы рисуете. Вот мне интересно... Если у вас уже любимая бумага, к которой вы, так скажем, прикипели. У меня есть такая бумага, я вам о ней обязательно расскажу. Но мне интересно узнать, на чем рисуете вы. Сегодня я, видите, в необычных условиях. Я в Афинах, вот там не видно, но там на горе Парфенон из окна. Солнце не светит сегодня облачно, но тепло. Напишите мне, пожалуйста, на какой бумаге вы рисуете. Мне очень интересно. Я знаю, что все любят экспериментировать с бумагой, пробовать новые. Вот сегодня давайте поделимся этой информацией. Начнем с того, ну, я предполагаю, что кто-то из вас здесь начинающий и еще пока не знает нюансов по бумаге или рисует на какой-то одной, но хочет попробовать новую, не знает, к чему подступиться. Давайте начнем вообще изначально с основ. На бумаге можно же рисовать не только акварелью, но и гуашью, но и чернилами, ну и даже акрилом и маслом. Можно есть типы бумаги, на которую можно писать маслом. Напишите мне, какой бумагой пользуетесь вы. И, конечно, самая главная характеристика у бумаги – это плотность. Вот с нее мы и начнем. И я, например, для себя поняла, что работать акварелью – что ж такое? Нужна вода. Приятнее всего, и не то, что приятнее всего, а комфортнее всего, и работы получаются намного лучше, если бумага плотная. Но здесь есть нюансы, сейчас мы о них поговорим. Плотная бумага – это 300 грамм, это считается классика для акварели. Однако можно рисовать и на менее плотной бумаге, например, скетчи, эскизы, зарисовки. Если вы работаете в скетчбуке, чаще всего там бумага не 300 грамм, а меньше, да? Она подходит и для графики. Напишите, на какой рисуете вы. Итак, от бумаги зависит все. И на самом деле есть несколько вещей для художника, на которых сложно экономить. Для акварелиста и для художника, кто работает на бумаге, это очень важно. Это как найти партнера. Но на самом деле, если бумага подобрана правильно, она сделает половину работы за вас. Бывает ли у вас такое? Вы стоите перед работой и думаете, ну как она это сделала? Вот очень часто многие эффекты создаются самой бумагой. Надо просто знать, как их использовать. Ой, какие интересные у меня штуки появляются тут вот. Вот. Не знаю, откуда они берутся, что это за Инстаграм ввел. Так вот, плотность. Сначала мы смотрим на плотность. Обычно ее пишут прямо на упаковке. Я советую брать не меньше 280 грамм, но для хороших работ 300 грамм. Вы поймете разницу тут же. Бумага перестанет ходить волнами, будет хорошо впитывать слои красок, и красочный слой будет впитываться внутрь состав бумаги, и, конечно, она может удерживать воду. Ее можно мочить, по ней можно писать по совсем мокрой бумаге, как промокашка, и, конечно же, ее можно смывать. То есть краской слой красочный можно смыть. Это тоже важно. И это тоже можно использовать как технику. Итак, акварельная бумага, мы называем ее бумагой, но на самом деле самое важное,
В ней плотность и зернистость. Зернистость – это фактура бумаги, шероховатость ее, да? И, конечно же, подобрав правильное зерно, тоже важно, для какого, на чем вы работаете. Будете ли выводить туда линер или графику, или вы хотите работать широкими мазками, чтобы все стекало по бумаге, чтобы были какие-то сухие эффекты, тогда вам нужна зернистая бумага. Давайте об этом поговорим. Конечно же, классная бумага, она дает такой кайф от работы, от самой, не просто, что у вас что-то там получается, а вот просто по ней хочется проводить кисточкой. Бывает ли у вас такое ощущение, что видите хороший лист бумаги, сразу хочется писать? Вот у меня такое, если говорят, что есть страх белого листа, у меня наоборот. Я, как вижу белый лист, у меня сразу идея, что на нем нарисовать. Итак, первый вопрос. Плотность мы определили. Что такое форматы бумаги, какие они бывают? Ну, самая простая бумага – это в листах. Ну, что же такое? Листах, листовая бумага. Она может быть разных форматов. А5, А4 – это обычно альбомы, но они могут быть и больше. И А3, на которых чаще всего работаю я, это масштаб А3 не меньше. Я стараюсь работы не рисовать маленькими совсем или пусенькими. Но и я покупаю бумагу в больших размерах, А2 и даже А1. А в последние несколько лет я покупаю все в рулонах, потому что я просто очень много рисую. И чем больше бумагу формата вы покупаете, тем она на самом деле выгоднее стоит. При этом есть одно преимущество. В большом листе вы можете разрезать или разорвать, как вы с этим работаете. Об этом тоже можем поговорить, если есть такие вопросы. Правильно ли резать или рвать эту бумагу? И как это делать? Так, теперь за мной идут прекрасные фейерверки. Что это такое? Кто-нибудь знает? Вы тоже их видите? Или это только я? Итак. Большой лист бумаги можно разорвать или нарезать в любые форматы. Квадратные, длинные, любые. А если вы купили маленький А4, вы себя загнали в рамки А4 и можете делать только на этом маленькие скетчики или зарисовки. В общем, то, что вы любите. Маленькие цветочки, маленькие птички. Все маленькое будет. Потому что работать в миниатюре, в акварели, довольно сложно. Кстати, знаете, это занимает столько же времени, сколько и написать большую работу. Так что не думайте, что работая на маленьком формате, вы сэкономите время. Нет. Итак, мы поняли, что от стандартного А4 до нестандартных рулонов, даже рулоны бывают разного размера, есть художники, которые работают на огромных форматах, прям монументальных, и бумага может доходить до 1,5 метра, и рулон 10 метров длиной, то есть 15 квадратных метров. Отлично! Но вот она подойдет вам именно, если вы хотите работать в разных форматах, покупайте побольше листы. И, конечно, экономически это выгоднее, чем покупать маленький альбомчик. Чаще всего большой лист будет стоить как маленький альбом, но из него может получиться много таких листов. И если особенно у вас есть где его хранить, или если, кстати, вам интересно, как хранить эту бумагу, тоже можем об этом поговорить. Итак, но маленькие скетчбуки нужны для путешествий. Если вы любите работать на натуре, вы любите зарисовывать где-то в городе, то, конечно, скетчбук, он имеет плотную обложку, на нем удобно облокотиться, вы даже не нужно его приклеивать. Есть еще такой вид скетчбука, как склейка. Я не знаю, слышали ли вы о такой. Склейка – это альбом, они тоже бывают разного масштаба, и последний раз я покупала, он был вообще длинненький такой, для панорамных зарисовок, прикольно. Они довольно кусачие по цене, если сравнивать с большими листами. Однако в них есть преимущество. Они проклеены со всех сторон, четырех сторон. То есть ваш лист как будто уже натянут на планшет. Отрывать его не надо. Вы пишете сразу по этому листу. И когда работа написана, с одной из сторон будет небольшая дырочка. Вот как правильно отрывать? Я вставляю туда линейку и провожу по всему периметру. Линейка очень хорошо отходит этот лист, потому что несколько раз я видела, как пальцем мои студенты пытаются оторвать этот лист, начинают вести и рвут бумагу. Лучше всего прям линейкой, ну или макетным ножом аккуратненько. Хорошо срезается. Про склейки я вам рассказала.
Теперь давайте поговорим немножечко о фактуре. Бывают три вида фактуры. Грубое, среднее зерно и мелкое зерно. Вообще, для чего это все нужно? Грубая, крупнозернистая бумага, она выглядит как шероховатая такая поверхность, да, с такими большими углублениями, так скажем. Для чего? Чтобы туда кисточка залетала, чтобы краска зацеплялась. Эта бумага классно, кстати, держит воду. Вы ее никогда ни с чем не перепутаете, ее прям видно, она такая наждачка, да. Если вы хотите что-то нарисовать фактурное, например, горы, камни, дождливую погоду, на ней классно рисовать, потому что она создает зернистость. То есть пигмент попадает вот в эти ячеечки, и там остается очень интересный эффект. Плотными пастозными мазками по ней писать тоже классно. Обычно вот эта зернистая бумага с крупным зерном, она действительно очень плотная. Я, по-моему, никогда не видела мельче, чем 300 грамм. Сейчас я вам еще расскажу про бумагу, которая в новинках. Дождитесь до конца и узнаете о новинках. И на что хорошо писать по такой бумаге, по крупной, да, с крупным зерном? Ее хорошо ставить вертикально на планшет, на мольберт, и можно писать вертикально. Вот именно когда я училась в универе, мы очень часто этим баловались и экспериментировали на шероховатой, гладкой бумаге. Мы писали даже на ват. Мне вообще акварелью можно писать почти на всем. Мы поговорим о составе, это тоже очень важно. И когда у вас бумага шероховатая и лист течет, очень классно краска цепляется и стекает по нему. То есть вот эти эффекты просто нужно отпробовать. И если вы хотите работать в такой размашистой манере, какой-то смелой, мазками, затеками, потекло, растеклось, то крупное зерно классно для того, чтобы с этим поэкспериментировать. Но у него есть одна особенность. Если вы захотите добавить туда карандаш, линер, ну, в общем, линию, да, графику, то крупное зерно очень сложное для работы. Оно обычно ломает все линеры, потому что оно настолько грубое, что ломает саму ручку. Ну, понятно, что по более шероховатой бумаге линии работать сложно. Я думаю, это понятно. Среднее зерно – это то зерно, на котором чаще всего работает акварелью. Она отлично подойдет и новичкам, в том числе, вы ее не бойтесь, не думайте, что я начну с гладкой бумаги, а потом только перейду на шероховатую. Нет, берите среднее зерно и не прогадайте. Оно сочетает в себе качество двух противоположных фактур, да, грубой и совершенно гладкой бумаги. Это такое более приятное среднее зерно, которое даст вам создать вот эти эффекты бархатистости, да, вот этого затекания. Кстати, это тоже зависит от состава, сейчас я к этому вернусь. Но на ней можно писать всеми смешанными техниками. В нее можно добавлять мелкие детали и карандашом, и линером, и чем вы там хотите, пером, потому что это зерно дает вам провести хорошую, приятную линию. Но по этой бумаге можно и работать размашисто, заливками, и она дает тоже красивую грануляцию, а если вы еще добавите гранулирующую краску, то вообще будет улет, как круто. Поэтому эта бумага подойдет всем. Еще есть вид бумаги гладкая, да, fine, совсем гладкая. Она тоже подойдет для акварели, она довольно быстро высыхает обычно, она быстро сохнет, если сравнить ее с зернистой бумагой. И помимо красок на этой бумаге можно рисовать всеми другими материалами, линерами, маркерами, кто любит маркеры, вот она дает классные эффекты. По ней немножко по-другому ложатся пятна, поскольку это гладкое, там незачем зацепиться. Оно может стекать, да, скатываться с этой гладкой бумаги. И у этой бумаги еще есть одна особенность, значит, что она классно подходит для всяких набросков, быстрых скетчей. Ну вот имейте в виду, что просто побыстрее сохнет. Ну и если вам не нужна ярко выраженная фактура, то она подойдет. Вот еще какой момент. Хорошо, что взглянула в свою запись. Если вы сканируете ваши акварели и дальше под печать отправляете, то
Не используйте крупное зерно. Лучше всего и больше всего эти иллюстраторы, которые делают микро-макростоки и вот эти все сканы, да, любят гладкую бумагу, потому что при сканировании вот это зерно дает тени, придется все это вырезать, где надо, чистить. А если вы пишете на гладкой бумаге, это, в общем, сделать немного легче. Поэтому, если вы работаете дальше со сканером и digital, то гладкая бумага, возможно, подойдет больше. Хотя я делаю это на среднем зерне. Я сканирую среднее зерно, и мне даже нравится вот эта вот фактурность, которая получается при скане. Ну, меня она не раздражает. Кстати, вот напишите, мне интересно вас спросить, раздражает ли вас грануляция и фактура в акварели? Любите ли вы гладкие, чистые заливки, или вам нравится эта шероховатость и текстурность, которая может получаться? Тогда мы сможем подобрать вам правильную бумагу. Итак, мы поняли, что иллюстраторы и сканеры, все вот эти так называют digital, они предпочитают более гладкую бумагу. Следующий вопрос – это состав, и это очень важный вопрос. Всего существует два вида материалов, которые используются для изготовления бумаги. Это целлюлоза и хлопок. Сейчас делают смеси этих бумаг, то есть микс, например, 50 на 50 или 70 на 30. Как определить, что целлюлоза, а что хлопок? По цене, самое простое. Дешевая бумага – это всегда целлюлоза. Хлопковая бумага – это бумага более дорогая, в дорогом сегменте. Давайте поговорим о разнице, что это такое. Итак, обычно мы начинающие все не хотим начинать с дорогой бумаги. И я помню, что я тоже училась на дешевой целлюлозной бумаге. И это нормально, потому что ее уходят килограммы. Так что если напишите, пробовали ли вы рисовать на целлюлозной бумаге. Напишите мне. Итак, кто делает все свои первые шаги в акварели, новички, пожалуйста, начинайте с целлюлозы. Ничего в этом зазорного нету. Наоборот, у вас пройдет страх испортить этот лист, вам не будет его так страшно использовать. Но есть некоторые нюансы. Целлюлоза не так, как хлопок впитывает бумагу. Представьте, что у нее некие такие слои целлюлозные, как деревянные, да? И оно более сложно ее впитывает. Поэтому работать на ней придется немного постепенно. При этом сохнет она быстро. Целлюлоза для тех, кто любит скетчи и любит работать быстро. Впитывание бумаги чуть-чуть по-другому происходит. Если хлопок просто впитывает как промокашка внутрь весь слой, то целлюлоза впитывает как бы постепенно. Один слой, потом вы положите другой, потом другой. И, в общем, она может даже смешать ваши слои, сделать их немножко грязноватыми. Поэтому на целлюлозе, если я работаю, я предпочитаю сразу брать тот оттенок и тон, чтобы не делать многослойно, чтобы не создавать грязи. А вот на хлопке, например, вы можете много слоев отмывать, и она позволяет вам оставлять прозрачность, не такую грязь. Итак. Быстро сохнет, это самое главное, и нужно понимать, что она делает с краской. На ней чуть-чуть по-другому происходит затекание пятен. Вот сами пятна на целлюлозной бумаге немножко отличаются, они имеют границу. А такого мягкого перехода может не получиться, и если вы положили один мазок и край остался сухим, следующее пятно всегда будет просвечивать границу предыдущего. Вот в хлопковой бумаге оно затечет и размоется, и получится более мягкий переход. Ну, не будет видно этих мазков. Например, когда вы работаете с фоном, это опасно. Понимаете, да, сейчас про что я говорю, те, кто рисует на целлюлозе. С фонами очень нужно быстро работать и с много количества воды, и быстро их закрывать. Если вы возвращаетесь опять на целлюлозе к тому месту, где вы уже были, у вас обязательно будет виден этот мазок, и такого затекания красивого и мягкого не получится. Вот, еще она не очень любит как бы огромных слоев. Почему? Потому что может скатываться, начать бумага, такие катышки давать. Не трите ее, она не дает стираний таких.
если мы говорим именно про целлюлозу, потому что я вам сейчас расскажу, что есть миксованная бумага, которая вам это разрешит сделать легко. 100% целлюлоза не даст вам стереть слой. А вы уже будете травмировать саму бумагу, если хотите что-то стереть. А вот с хлопковой можно стереть. Можно взять маленькую кисточку, плотную синтетику, упругую, и прям вытащить линию красочного слоя. Кстати, про это мы тоже поговорим. У меня был вопрос, как рисовать прожилки в листах, чтобы они оставались. Есть несколько техник, и я обязательно их тоже о них расскажу. Может быть, даже сделаю вам эфир про это. Итак, это я сказала про скатывание. Хлопковая бумага, кусачая по цене, но она того стоит. Она очень долго сохраняет влагу, особенно если вы любите писать по-мокрому. Что такое по-мокрому? Потому что есть несколько способов. Это когда мочится весь лист. Вы прям кладете, замачиваете его в воде и как бы до состояния почти промокашечки. Можете положить его в раковину или смочить душем в ванной, как я это делаю, да, я смачиваю весь лист. Или вы можете его на планшете смочить с двух сторон обильно флейцевой кисточкой широкой, большое количество, прямо чтобы под вашим листом была влага. И тогда вы можете писать по-мокрому. Бумага постепенно будет высыхать, и вы будете более и более контролировать растекание пятна. Но об этом мы тоже говорим очень много на моих уроках. Я показываю эту технику, и вот недавно мы писали по абсолютно мокрой бумаге. И если вы начинаете слишком рано, пятна все растекаются, и сложно их контролировать. Но есть несколько способов, о них мы тоже поговорим в другом эфире, когда будем говорить о техниках. Сегодня все-таки я постараюсь сконцентрироваться только на бумаге. Итак, сохраняет долго влагу, можно писать слоями, и пятна не будут иметь жестких краев. Очень классно делать мягкие переходы и даже такую бархатистость. Например, для портретов очень классно писать на хлопке, потому что у вас не будет от мазков жестких линий. То есть, если вы пишете структурное лицо, то пятна могут создавать мягкие затекания, прекрасные. Но мы не говорим о том, если вам этот эффект нужен для вашей идеи. Например, у вас идея создать такую работу, которая у каждого пятна будет свое очертание свое, тогда нужна целлюлозная бумага. А если мы говорим о мягкости, о бархатистости, это всегда хлопок. Так, это я сказала. Так, она не скатывается при стирании, и можно стирать слои, смывать слои. Даже если вы сделали ошибку, слой можно смыть. Конечно, единственный минус – это ее цена. Но мне кажется, оно того стоит, и я вам советую хотя бы разок попробовать и побаловать себя акварельной бумагой. Я вам назову несколько марок, которые я вам порекомендую, если вы еще не определились. И, конечно же, смешанный тип бумаги – это хлопок и целлюлоза. Чаще всего прямо на альбоме будет написано, сколько целлюлозы, сколько хлопка. А если ничего не написано на альбоме, скорее всего, это просто целлюлоза. Если это хлопок, прям пишут 100% хлопок. Так что обращайте на это внимание при покупке. Итак, она обладает как бы смешанными свойствами целлюлозы и хлопка. То есть эта бумага уже вам даст возможность что-то стереть с нее, снять красочный слой. Она просто подешевле, и, может быть, для экспериментов это классный вариант. Смесь хлопка с целлюлозой. Главное – плотность. Не берите неплотную. 300 грамм – прям в удовольствие. Все, что мельче, уже придется думать. Натягивает лист, не натягивает. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Натягиваете ли вы свою бумагу на планшет? Напишите мне, пожалуйста. Пишете ли вы сразу в альбоме или просто кладете листы, пишете по листу? И зачем вообще нужно натягивать листы? Так. Ну что, ответьте мне, ответите, на какой бумаге вы рисуете.
Конечно же, сейчас очень много производителей всех стран. И Италия, и Франция, и Англия, и Корея, и Китай. Все делают акварельную бумагу. Всю перепробовать, это, конечно, нужные финансы, потому что все не скупишь. Но я слышала, есть такие альбомы, я их никогда не видела в Англии, где собраны разные виды бумаги, и вы можете их попробовать, купив один альбом, попробовать разные виды бумаги. Может быть, вы когда-нибудь такое видели, напишите мне. Я рисовала на российской бумаге, когда была в универе, помню сейчас, как мы покупали эти листы, как над ними дрожали, как нам это все было дорого тогда. Сейчас я понимаю, что это была бумага не самого лучшего качества, ну, на тот момент. Сейчас, конечно, производители более относятся к качеству бумаги внимательно. Кстати, вы замечали, что акварельная бумага не всегда чисто белая? Если она белая, то в ней добавлены кислоты. Ну или какие-то то, что делает ее очень белой. Вот я, когда покупаю бумагу, я не гонюсь, чтобы она была ярко-белая. Я люблю бумагу немножечко желтоватую. Мне кажется, работа на ней смотрится... Это как бы общий тон работе еще придает. Не совсем желтая, конечно, но немножко с таким теплым отливом. Это важно, вот чтобы никаких химических не было... В общем, слишком белая бумага должна вас насторожить, потому что ее отбеливают, да, при производстве. Что из иностранных, так скажем, зарубежных производителей можно попробовать? Очень любят, и начнем с самой дорогой, наверное, с такой, ну, по... Она вот всегда стоит на вершине, это Аш. Бумага. Пробовали ли вы ее? Это дорогая бумага, действительно безумно приятная, но очень кусачая по цене. Поскольку я рисую очень много, ну, она реально отличается раза в два. Еще есть бумага Sanders Waterford, Langton. Это то, что выпускают в Великобритании. Это хорошая бумага, но мне она совершенно не подошла, например. Ни одна, ни другая. Хотя это плотный хлопок. Но надо пробовать. Кто-то любит Sanders и работает только на нем. Есть всякие Британия, Cornwall, их очень много, но тут нужно пробовать. Я покупала небольшие альбомы, рисовала в них и понимала, нет. Но иногда это было не то зерно, например. Очень крупное зерно, и оно как наждачка, по нему очень сложно рисовать. И очень много воды надо, прям лить. И тут тоже важно, какими кистями вы по ней работаете. Очень шероховатая, плотная бумага, она прям стирает кисти на глазах. Особенно, если вы работаете натуральными кистями, да и синтетику, она жрет. Как бы вы все время ее об эту наждачку трете кисть, и все, она уходит. А я люблю итальянского производителя Фабриано и работаю на его бумаге. Фабриано Артистика, так называется серия этой бумаги, она тоже продается и в листах, и в рулонах, и в скетчбуках вы можете найти ее. И она средняя по цене, если сравнивать ее, она дешевле чуть-чуть Арш бумаги, но вот по качеству она мне просто безумно нравится, я в нее влюблена. Я купила сначала несколько листов, это было, не помню в каком году, и когда я к ней пририсовалась с первого раза, меня прям поразила бархатистость пятен, которые она создает. Вот прям полное ощущение бархата. И с тех пор я уже просто стала покупать ее в более больших форматах. И вы привыкаете, знаете, что ожидать от бумаги, знаете, что она сделает. У вас не будет неприятного сюрприза. Но для начала надо приработать. При этом я могу вам сказать, что, в принципе, рисовать можно на любой бумаге. И привыкнуть тоже можно к любой бумаге. Абсолютно. Я помню, что на ватмане мы их даже этим бумагой наждачной проходили, чтобы фактуру сделать на обычном гладком ватмане. Чтобы все не стекало, чтобы нарушить немножечко...
фактуру, зернистость этого, и она цепляла бы краску. То есть чему только художники не прибегают. Но это часть вашей работы. Эксперименты нужны, и пробовать бумагу тоже очень важно разную. И теперь мы с вами выясним, на какой же бумаге хорошо рисовать, на что обратить внимание, и вообще вот еще какие были вопросы классные по бумаге. А вот какая лицевая сторона, какая изнаночная? Кстати, кто-нибудь, задавайте вопросы, здесь у меня есть значок вопросиков, или оставляйте его под эфиром, я обязательно отвечу. Итак, на самом деле в бумаге нет лица и изнанки, вы можете рисовать на любой стороне. Вот такой вам секрет открою. Иногда я рисую с двух сторон. Иногда я делаю скетч на одной стороне, потом возвращаюсь и рисую на другой стороне. И это абсолютно нормально. Если бумага плотная, точно это можно сделать. И тренироваться абсолютно неважно, на чем. Иногда я показываю во время урока, использую ту же бумагу, переворачиваю, смываю и делаю с ней что угодно. Поэтому не думайте, что есть правильная и неправильная сторона. Рисуйте, просто она может быть одна более рельефная, одна более гладкая, так скажем. И ну, выбирайте фактурную сторону, если вы ищете фактуры. Если вам чуть-чуть поглажет, то скорее она вот как раз изнаночная. Такой же был вопрос про штамп. На бумаге с краю всегда стоит штамп. И есть дискуссия постоянная, оставлять этот штамп, срезать этот штамп, рисовать по этому штампу. Обычно это штамп бренд-марки, да, выпускающий бумагу. И как к этому отношусь я? Сейчас я вам это скажу. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Я даже не против, если кусок этого штампа остается в моей работе. Мне кажется, это даже какая-то фишка. Вот как оборванные края у работы, да, оборванный край у листа. Я тоже к этому отношусь спокойно. Сейчас особенно есть способ крепления, оформления акварельных работ, когда лист остается оборванным и немножко отстает от, его как бы приклеивают на такие штуки, да, то есть он отстает от основной картона, и рама еще, то есть идет объемный эффект 3D при оформлении. Если вам интересно, я тоже расскажу про оформление работ. Это, наверное, отдельным эфиром надо делать. И вот у хлопковой бумаги у нее очень классно делать эффект вот этого оборванного края. Может быть, вы замечали, есть бумага производства фабричного, а есть ручного. Вот иногда вы заходите в магазин и написано ручная, ручной работы бумага, handmade, complete. У них прям даже видно края такие, да, всегда неровные. Эта бумага классная, но она может вам несколько сюрпризов дать. Во-первых, она не настолько однородная, все, что сделано фабрикой, будет более предсказуемо по всему листу. Все, что сделано руками, где-то может плотнее получиться, где-то краска будет вести себя по-разному. Я помню, я делала работу, и мне очень хотелось сделать ее на ручной бумаге, ручного производства. И я начала работу, и у меня было место в работе, которое просто впитывало, и там выцветал цвет. И никак я заполняла это пятно, в общем, только грязь и ничего. В общем, оказалось, что плотность была неравномерная, и вот это место я никак не могла... В общем, мне пришлось ее перерисовывать, потому что она не подходила. Но тут как попадется, бывает и на фабричной где-то попадается брак, в бумаге может быть какое-то пятно, которое странно или отталкивает воду, не впитывает слой. Может быть, у вас случалась такая история. Напишите, были ли сюрпризы от бумаги? Так, вопрос приехал, спасибо. Как натягивать бумагу на планшет, чтобы не шла волнами? Спасибо за вопрос, сейчас про натяжение тоже поговорим. Натягивать, кстати, можно любую бумагу, и плотную, и не настолько плотную, 200-граммовую. Но я вас предупрежу, что неплотная бумага при натяжении может порваться. То есть, если вы берете меньше 300 грамм, натягивайте, будьте очень аккуратны, бумагу легко порвать. 300 грамм в мокром состоянии не порвется бумага. Сейчас мы об этом поговорим. Так что вы посмотрите фактуру, состав и, конечно, плотность. И дальше вопрос цены, насколько вы готовы инвестировать в продукт. И я всегда в среднем сегменте считаю, что это нормально,
А уж начнете продавать свои работы, начнете получать от этого прибыль, пожалуйста, идите в более дорогой сегмент, покупайте дорогую бумагу и экспериментируйте. Давайте поговорим немножечко о натяжении бумаги. Это классный вопрос, и он был у меня тоже в чате. И потом я вам расскажу о новинках маркета, о том, что сейчас появилось для акварелистов. Итак, про натяжение. Зачем вообще натягивают акварельную бумагу на планшет? Например, если вы хотите работать на абсолютно гладкой поверхности, чтобы у вас нигде ничего не повело волнами, и у вас бумаги достаточно, чтобы натянуть на планшет, значит, натягиваем обычно или на деревянный планшет, ну, в общем, на любой планшет, на что можно приклеить, можно натягивать, используя кнопки, можно натягивать, используя мебельный степлер, и можно натягивать, используя вот этот скотч для обрамления работ. Знаете, да, чем заклеивать? На клеевой основе скотч. Я им сейчас пользуюсь. Раньше я это делала кнопками на деревянном планшете. А сейчас я это делаю скотчем на клеевой основе. Это скотч, который сбрызгивается водой и натягивает, и приклеивает лист. Когда вы мочите лист очень-очень хорошенько, вот тут уж прям реально его можно замочить или в ванной, или в раковине, в общем, только в чистой, чтобы никакого мыла там, да, не было. Вот эту промокашку вы накладываете или на борт на свой, или заворачиваете края. Многие любят заворачивать. Вот в институте я чаще всего заворачивала края, потому что я прям потом эти работы прям на бордах вешала. Они мне нужны были на этих деревянных подрамниках, да, понимаете, про что я говорю. Сейчас я приклеиваю просто на планшет, на ровный, я не делаю края, мне не нужно, я потом срезаю эту работу макетным ножом. Например, вы хотите работать на абсолютно гладком формате, или у вас очень большая работа, вы же не можете весь стол, ее надо иногда поднять, она у вас приклеена на планшете, это удобно. Если вы работаете на маленьком формате, приклеивать работу не обязательно. Еще не обязательно приклеивать работу. Если вы хотите работать по мокрой бумаге, вот когда мы ее мочим и кладем на планшет, и работаем, пока она мокрая. То есть она с двух сторон мокрая. Она не будет идти у вас волнами, она будет лежать мокрая на столе и высыхать постепенно. Если вы намочили бумагу и решили ее натянуть на планшет, приклеить, неважно чем, или при кнопками, или степлером вокруг вашего борда, обязательно положите ее вертикально высохнуть. Сначала она пойдет волнами вся, но при высыхании бумага натянется как барабан, она станет абсолютно гладкой. Да, намочить ее с двух сторон уже будет невозможно, но ее можно мочить с одной стороны. То есть, если вам нужно писать по-мокрому, вы берете опять флейт, кисточку широкую, плоскую, ну, в принципе, любой кистью большого размера, наносите водное пятно и ждете, пока оно немножко впитается просто снаружи, и вы можете опять-таки писать с вот этими мягкими эффектами растекания. То есть, вы замачиваете зоны, которые вам нужны. Я натягиваю лист на планшет, когда я работаю в смешанных техниках, то мочу и больших форматов. Вот мне удобно, что она натянута. Если лист маленький, я не обязательно даже его натягиваю. А что делать, если работа пошла волнами? Вот вы ее пишете, значит, у вас не очень плотная бумага, во-первых. Во-вторых, если работа все-таки где-то заволнилась у вас, ее всегда можно расправить. Я об этом рассказывала в предыдущие разы, но я вам напомню, что работу можно смочить или спреем, или чем-то с другой стороны. Некоторые художники проглаживают утюгом через ткань, чтобы разгладить ее, но я кладу просто под пресс. И если нужно, я еще раз это покажу. Просто покажу, как это делать, потому что можно много рассказывать, но показывать тоже нужно, да? И покажу, как натягивать. Если вы не знаете, как натягивать, напишите, я обязательно это покажу. Нужно ли каждый раз натягивать бумагу? Да нет, не обязательно. Абсолютно не обязательно. Вы можете писать просто на... прикрепив ее к малярным скотчем, и если вам нужно поднять ее на планшете, она также будет держаться, и кнопками на планшете будет держаться. То есть не обязательно каждый раз натягивать. И давайте я вам еще расскажу. Есть бумага Баохонг, которую раньше я писала, это китайская бумага.
Многие художники ее любят, она недорогая по качеству, и вы можете спокойно к ней подступиться. Она бывает и хлопковая, и целлюлозная. Обязательно смотрите на зернистость, мелкое, среднее и крупное зерно. Есть российская бумага, Малевич, может быть, вы о ней слышали. Есть офигенная, классная немецкая бумага Ханимюле. Я на ней писала, но все равно предпочитаю Фабриано. Вот я уже привыкла и, наверное, сейчас пока останусь с Фабрианом. Французская бумага Кансон, тоже очень часто она в альбомах и склейках, и вы, скорее всего, ее видели. У меня Кансон есть в целлюлозе, я часто его использую, это французская бумага. Ну вот, как я вам сказала. Сандерс Уотерфорд, вот наша английская бумага производителя, мне не подошла никак, не знаю. Для меня она съедала как-то цвет, и цвет тускнел и становился жухлым. И если вы хотите яркости, вот смотрите, какая бумага не съедает краску. Потому что вы должны привыкнуть брать ее намного ярче, зная, насколько она потухнет. И мне кажется, во время работы это лишнее усилие лично для меня подстраиваться под то, как она съест, сожрет этот цвет. Ну и, конечно, арш. Да? Арш при том, что вы можете смотреть разную плотность. И у арш, и у Фабриано у них есть разные плотности бумага. Есть бумага не только 300 грамм. Бумага может доходить до 850 грамм на квадратный метр плотности. И это очень интересный эксперимент. На какой плотности вы рисуете? Напишите мне, мне интересно. Значит, прессование еще есть, холодное и горячее, да, горячий пресс. Приятнее рисовать на холодном, на горячем прессе. Я вам сейчас расскажу. Еще есть бумага классная, Ван Гог, она, по-моему, немецкая. Тоже, нет, скорее всего, голландская, извините, которой тоже есть смысл попробовать. Они выпускают и акварельные краски, как вы знаете. Есть прибалтийская бумага, и, конечно же, ну, все европейские марки выпускают, я забыла сказать, есть даже «Белые ночи» выпускают очень много российской бумаги. Ну, не скатывайтесь совсем в дешевый сегмент, оно чудес не бывает, мы знаем, и цена, она, конечно, влияет на качество, на котором вы будете рисовать. Холодный и горячий пресс – это тоже очень интересный вопрос. Кто-то мне задал в чате, что чем же отличается, как выбрать и вообще что сделать, почему горячий, почему холодный. Это способ производства, просто чисто как они его прессуют, под каким способом пользуются при изготовлении бумаги. Горячее прессование на английском будет HP, холодное – NOT и грубая RAF. Это вот три вида прессования. Горячее прессование, оно обычно глаже по фактуре. Вот она как раз для графики, для мельчайших деталей, проработок. И вот ее любят иллюстраторы. Холодного прессования, она текстурная бумага и подходит для смешанных техник. Вот на холодном прессе чаще всего мы и рисуем. Чаще всего бумага, которую вы покупаете, холодного прессования. Иногда это даже не указано на... Ну, бывает, указывают вот эти буквы HP или NOT стоят, да? Смотрите, пожалуйста, на них. Эта бумага холодного пресса, она приятно впитывает воду. Она такая довольно по фактуре будет однородная. Вот, так что... Если вы ищете более предсказуемый, да, результат, то выбирайте холодный пресс. Так, на что я еще не ответила? На что я еще? А, про новинки. Самое интересное, я оставила наконец. Все, кто дослушал, узнают о новинках. Как вы думаете, акварелью можно работать только по бумаге? Нет. Вот и нет. Сейчас, уже в это время, можно работать акварелью не только по бумаге, но есть так называемый акваборд. И если кто-то из вас пробовал рисовать на очень плотном листе, почти как картон, 600 грамм,
Я рисовала на такой бумаге, она реально как картонка, вот ее даже не надо натягивать. Она картонистого, прям реально такая плотная-плотная. Ее легко даже поставить вот так, она будет и стоять, и не сложится, да. Она очень интересная с акварелью, она создает абсолютно невероятные эффекты затеканий и работы с пятнами. Безумно приятно, кусачи по цене, сразу говорю вам, чем больше плотность, тем больше цена на бумагу. И самый дорогой вид вот этой, если идти как в аборду, она вообще, не знаю там какая у нее плотность, наверное, к 1000 ближе. Это, если представить, практически несколько слоев бумаги склеенных, или вот бумага акварельная, натянутая, приклеенная на специальный борт. То есть это прям реальный такой специальный картон. Невероятные эффекты, я не рисовала на ней сама, но я видела, как работают другие художники на этих аквабордах, они безумно дорогие, там каждый маленький лист может стоить 4 фунта, малюсенький аквабордик. То есть, если вам уже нужна работа А3, вот этот акваборд может стоить там до 20-30 фунтов за материал. Поэтому для просто так игры это дороговато. Но те, кто приходит к этим бордам, любят их еще по одной такой причине, что работы, написанные на акваборде, не обязательно оформлять под стекло. Если мы с вами знаем, что акварель чаще всего оформляется в раму под стекло, то акваборд не обязательно ставить под стекло. Производители гарантируют сохранность, правда, я не знаю, как они, ведь ее можно смыть. Но, понятное дело, акварель не должна висеть на открытых солнечных лучах, но при этом, пожалуйста, оформляйте без стекла. Вот такая фишка. И еще одна новинка, которую я вам хотела рассказать. Существуют специальные материалы, с помощью которых вы можете подготовить любую поверхность под акварель. Это gesso, сейчас скажу. У меня просто вылетело слово из головы. Gesso is... Забыла слово по-русски. Это паста, которая наносится, например, на любой борт или холст, и вы можете писать акварелью сейчас. Подскажите мне слово. У меня вылетело из головы. Gesso. Не шпаклевка, не штукатурка. Но то, чем покрываются холсты. О боже, бывает вылетит слово из головы. Вот оно и вылетело. А если подготовить любую поверхность, обработав, причем ее можно несколькими слоями наносить. У меня есть знакомая, она пишет акварелью именно вот по такому покрытию, даже на холстах. Поэтому мы же знаем, что современное искусство — это новые техники, это новые приемы, это смешанные техники. Поэтому не бойтесь экспериментировать и пробовать. Да? То есть, скорее всего, такую работу нужно будет покрывать чем-то, или спреем, или лаком. Но это все очень интересно и может создать необыкновенные эффекты. Поэтому я вас просто призываю поэкспериментировать и найти своего лучшего друга, свою бумагу, с которой вы будете идти по жизни рука об руку и создавать невероятные акварели. Я благодарю вас всех за то, что вы пришли и послушали мой эфир. Мне будет интересно получить ваши комментарии под этим эфиром. Пишите, оставляйте ваши сердечки и ваши комменты. Мне очень интересно, на какой бумаге пишете вы. И мы увидимся в следующем эфире. Если вы зададите достаточно вопросов, я вам расскажу, об акварельных техниках, о том, что сейчас происходит в мире искусства. Или просто повожу вас по Афинам. Я вас обнимаю, прекрасного вам всем дня. А девчонки с курса, я жду вас в рисовальном эфире. Сегодня мы продолжим работу с портретом и штриховками. В общем, нас ждет необыкновенное чудо. Я вас всех обнимаю. Всем пока-пока.